абсолютно искренне говорю, и не желание, нет желания понравиться. Мне в Таджикистане нравятся люди, мне в Таджикистане нравится природа. Мне в Таджикистане, я здесь 5-6 раз, наверное, что-то очень много раз бывал. Я сюда возвращаюсь. Фармерпикс занимается серьезной работой, делом в серьезных горах. И надо отдать должное, что не у каждой команды может получиться такой серьезный проект. Ош ба марамат, баланди чору дусат, ош як ба як. Вот в район пик коммунизма я попал в 77-м году и первый раз поднялся на эту вершину. Ну, а потом бывал в разных районах, поднимался на Эверест, на К2, без кислорода. Ну, а здесь, на Памире, я еще раз повторюсь, просто такое уникальное место. Я бывал и на Тяньшане, там много очень гостей вот наших стран бывшего СНГ собирается. Но там более суровые условия, более длинные подходы, более холодно, более неустойчивая погода. Вот. А здесь это просто жемчужина Памира и очень привлекательное место.